Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохаре Ванша Калпатару Вашики Пасинду Бхавеша Патитананг Павуни Бхавешна Бибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хетигрим Ятки Патаманг Банди Парамананду Мадхавам Бриндавай Тулсидев Байпия Уикеш Васача Шна Бхакти Паде Деви Шаттваттви Намо Намаха Нараяна намаскритта нарун чайва наруттамам Девинг сарасватинг вясам тату жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанича Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод баруна Дхейям сада парибхавагнам авиштодухам Тетас падам сива виринчанутам сараньям Бхиттатихам панатапал бхавадипутам Банде махапурусате чарунарвиндам Ятпада паллабанака чандамани чатая Биспуриджитакамапикабавадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадакипам пируш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртаной Капитарук Амала Ахитакшо Вишам Барау Дижа Барау Джагадхарма Палау Банде Джагад Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Хитобам Бхагам Нараяно Прияманонга Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьястихидай Самбихит Пам Нишинга Махамбхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Гаурангайка Гатир Баяссита Мати Си Гаура Дхама Стити Сасатвайка Витир Кушанга Виратир
Дусто веса нискити, сиру пайкарати санатана нати, сиживате йостити, сисиддханта сарасвати виджаяте, гаурия гошчи пати, сисиддханта сарасвати виджаяте, гаурия гошчи пати. Гаурия гошчи пати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру told. Гаурия гошчи пати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру сказал, что те, кто лишены Анугати, они подобны животным. И вот Гаурия гошчи пати Парамахамса Джагадгуру Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто лишены подлинной анугати, они подобны животным, или я могу сказать, хуже, чем животные, поскольку основа Харибаджана – это анугати. И вот Сисила Прабхупад сказал в Вайшнаваке, в этой поэме, если есть жизнь, то тогда вопрос проповеди возникает, но имеется в виду преданности, жизнь, бхакти – это жизнь в преданности. И вот Сисила Прабхупад сказал, если есть жизнь, если мы безжизненны, то есть не имеем преданности, то какой вопрос Харибаджаны и проповеди? И вот если есть жизнь в нашем теле, то тогда вопрос проповеди может возникнуть. Жизнь... Что значит жизнь в этом смысле? Если мы просто живем как обычные живые существа, то это ничего особенного из себя не представляет. Все как бы так живут, на кого бы мы ни посмотрели. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур, он хотел объяснить вот эти слова Шикая Шаранагати Бхактирапран. И вот Шаранагати – это главное в нашей преданности. Без чего все остальное бесполезно. И вот Шрила Прабхупад, он хотел показать нам снова и снова, что те, кто подлинные гауди, они, у них есть вера в Экаян Панту. Экаян Панта, мы можем понять это санскритские слова. Это значит, что наша энергия, ваша энергия, чья-либо энергия, все, кто хотят совершать Гауди Баджан Сарасват, Гауди Сампрадай, если у них есть какая-то власть, деньги, какое-то образование, все силы, все могущество, все способности, которые у них есть, они должны направить через каком-то одном авторитетном направлении. Все наше служение, все должно устремляться к одному, в одно направление, чтобы эта сева, она достигла Рады Говинды. И вот, если я игнорирую Гуру Падпадму, мою Гуру Варгу, то тогда мое служение не может достичь того уровня, поскольку я не следую Гуру Варге. Мы начали какой-то новый план, новые планы, программу мы начали. Мы не следуем Шриле Прабхупаде. И вот некоторые пытаются ради дешевой славы идут на какие-то отклонения. Если у нас
и у вас нет никакого другого интереса, кроме служения этому высшему источнику, то вопрос борьбы, почему возникает? Он возникает потому, что мы стремимся к пратишти, мы игнорируем Гуру-варгу, мы пытаемся как-то делать что-то по-своему, но мы не можем понять, что это не проповедь. Это основу не все понимают. Может, внешне вы успешны. Но Шрила Прабхупада говорит, что это не проповедь, поскольку вы не находитесь, но поскольку вы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, то такую деятельность, такую пропаганду нельзя назвать подлинной проповедью. Шрила Прабхупада говорит, те, кто уже находится на каком-то водоеме грязном, панка на санскрите. В каких-то сливных этих водах своих греховных действий и оскорблений. И вот такие люди, находясь сами в таком плачевном состоянии, пытаются критиковать Гауди Матх. Вот есть Шрила Прабхупада писал где-то, там Махараджа есть статья, это, и вот они смеют критиковать Гауди Матх, иначе никто не может критиковать его. И подобно тому, как другие духовные организации, Гауди Матх, у него есть особый идеализм, который не совпадает с идеализмом других так называемых духовных организаций. И это главная причина, поскольку причина того, что Гауди Матх стал целью нападок всех остальных организаций. Поскольку если проповедь Гауди Матха идет должным образом, то никакой коммерции не построить в этом месте. Я не говорю, что сейчас проповедь Гауди Матха происходит, поскольку можно наблюдать нечто противоположное. Проповедь Гауди Матха — это говорить о Шриле Прабхупаде. Если посмотреть на чью-либо проповедь, посмотреть, как часто они вспоминают и прославляют Шрилу Прабхупаду, то все станет ясно. Это вопрос нашего выживания. Какие-то глупцы могут спорить, но это не вопрос спора, это вопрос нашего выживания сейчас в такой текущей обстановке. И вот кто проповедует под руководством Шрилы Прабхупады и кто нет. Это очень просто можно определить. Анугатья — это не шутки. Кто-то может на показ следовать Гуру Падме, кто может определить, кто мошенник или подлинный последователь Гуру Падме, какой воздушный преданный может выявить такого ложного последователя. Он может одурачить весь мир. Я снова. Я никогда не хотел выставить себя как друга Шрилы Бхактивиданты Рамана Госвами Махараджа, или как друга, или как Шрилы Бхактивалабхи Тирти Госвами Махараджа, или Шрилы Бхактивиданты Бхарати Госвами Махараджа. Никогда я не назвал их ни друзьями, ни братьями в Боге, хотя они сами считали так, а считал их моими гуру.
как Шрила Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махарадж, вот, Махарадж тот раз сказал, что он снова и снова говорил, я отношусь к Шрила Бхакти как Шридхарадев Госвами Махараджу, как к моему гуру, который не отличен от Шрилы Прабхупады. Дикша-гуру не отличен от подлинной Дикша-гуру, не отличен от Шикша-гуру. Точнее, наоборот, подлинный Шикша-гуру не отличен от Дикша-гуру. И вот они никогда не хотели доказать и показать, что они друзья Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа. Или братья Боги, такого никогда не было. Что говорить о дружбе? Я даже не достоин обрести служение как ученик Шридхарадев Госвами Махараджа. Но кто-то заявляет, что они друзья Шридхарадев Госвами Махараджа, но почему в их жизни никакой Сидданты Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа не прослеживаются, даже простые материальные судьи не могут понять этого, ну, это тонкой грани. Только те, кто находится в подлинной преемственности Шрилы Прабхупады, они сразу же поймут, что тут не так и что неправильно, что кто-то пытается выставить себя другом Шрилы Прабхупады. А вместо смысла Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа ради какой-то дешевой славы. И почему они игнорируют то, что написано Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа? Хорошо, в соответствии с чьими-то суждениями. Может думать, что они друг Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа, но если посмотреть более внимательно, почему тогда не принимают Сидданты, принимают учение Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа и Шрилы Прабхупады. Вот Шрила Шридхарадев Госвами Махарадж написал вот этот аштаку, неотличную Прабхупаду, аштаку, неотличную от Шрилы Прабхупады, Суджанавтара, Титапада, Югам. Глупцы не могут находиться на пути Хари Бхаджана, мы должны быть очень разумны. И вот Суджанавтара, Титапада, Югам, это неотлично от Шрилы Прабхупады. И я имею в виду в форме наставления, в форме учения Вани Сварупа Шрилы Прабхупады. И вот Вани Сварупа Шрилы Прабхупады, она олицетворена в этой форме. Это Вани Сварупа, это не шутки. Если вы возьмете, кто-то может взять изображение Шрилы Прабхупады, можно предлагать гирлянду вот этой Прабхупадаштаки. Кто-то может подумать, что вы сумасшедший, но это ваше дело. Но я 100% уверен, по милости Шрилы Шридхарадев Госвами Махараджа, Шрила, это аштака, Прабхупадаштака, она не отлична от самого Шрилы Прабхупады. В этом суть, это олицетворение учения и характер, и облика Шрилы Прабхупады в стихах. И люди заняты какими-то материальными вещами, они не понимают таких важных вещей. Думаете ли вы, что применение вашего ума, тела, власти, денег, вы достигнете Бхагавана? Нет, вы должны оставить все подобным испражнением, без всякой привязанности. Чтобы достичь Бхагавана. Если в этом мире я найду хотя бы одного человека, который готов слушать такую сидданту, я буду говорить перед ним. У меня нет склонности кого-то обманывать или что-то ожидать от других. И таким образом, эти призраки везде, эти буты, как вот в древнем Бенгале есть такая пословица, что в этой традиции бенгальской, если кто-то бесноватый стал, чтобы этого беса выгнать, нужно
с помощью каких-то этих горчичных семян, начитать мантру на него, на эти семена, и, в общем, прогнать. Таким образом, этого беса, бесноватого человека, и вот с помощью этих горчичных семян можно прогнать какого-то беса, но в этих семенах тоже какие-то бесы. И в этом наше положение. Я сидя в Ясасане, говорю правду, я готов, я умру, если буду говорить ложь, сидя в Ясасане. И вот как же выгнать этого беса, этого, этих призраков привидений? Ну вот смысл в том, что если мы с помощью какой-то сиддханты хотим выгнать каких-то бесов, то нужно еще не забыть, иметь в виду, что если эта сиддханта ложная, то ничего не получится. Там сама сиддханта, само учение бесноватое, хотя выглядит красиво, и с помощью этого нельзя выгнать какого-то беса с других. И вот проблема в том, что сейчас люди даже не вспоминают Шрилу Прабхупаду. Я вот слышал, какие-то сахаджи говорят, что учение Шрилы Прабхупады слишком сложное, нужно как-то упростить. Но это нехорошо. Как можно прикасаться и менять сиддханту учение Шрилы Прабхупады, хотя такие люди даже слова не понимают, не то, что все учение, это оскорбительно. Шрила Прабхупад не глупец. И вот если Радхарани Ачарья, идеализм показан Радхарани, оно не отлично от Ачарья, от идеализма Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Ачарья, и вот это Ачарья, этот Ачарья Шипа, этот идеализм Радхарани не отличен от идеализма Шрилы Прабхупады, от его характера, от его Ачарьятва. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он вечный Ачарья, и Шрила Кешава Госвами Махарадж, также у них есть определенные признаки этого. Если вы достаточно удачливы, тогда вы поймете, если у вас есть это сукрити. Кто-то думает, что они одинаковые, но нет. Если вы посмотрите на вайшнавов, то увидите некое сияние, исходящее из их тела. Это сияние, оно способно сжечь наше лицемерие, нашу низкость и прочие дурные качества. Мы думаем, что они обычные люди, но это не так. И вот Ачарьятва, идеализм, показанный Радхарани, оно не отлично от идеализма Шрилы Прабхупады с самого рождения. Гауранга Махапрабху был Ачарьей с самого начала, с самого рождения. Он явил такой идеализм, но не все могут понять. И вот этот такой Ачарья, подобен льву, он нужен сейчас. Там не нужны Ачарьи, которые подобны собакам и шакалам. Нам нужны Ачарьи, которые могут говорить подобно льву. Даже если мой отец будет говорить всякую ерунду, я готов отказаться от такого отца. Это зовется Ачарья твой подлинным идеализмом, как Шрила Прабхупада. Когда его брат, родной брат, отклонился от учения Шрилы Бхактивинода Тхакура, он без сожаления разорвал с ним всякую связь. И вот Шрила Прабхупад не шел ни на какие компромиссы, ни с какими сахаджами и майавади. Шримати
Радхарани никогда не шла ни на какие компромиссы, ни с Абхимани, ни с Затилы, ни с Кутилы, никогда. То, как чистая преданность настолько строга, настолько уникальна, настолько чиста, мы не можем найти ничего подобного. В других местах это невозможно. Много раз Шрила Прабхупад говорил, те, кто проповедуют в этом мире, те, кто сахаджи, их стиль проповеди, Шрила Прабхупад говорит вот такие слова: «Дхарма Даджагуна, Дхарма Чаран». Вот Махарадж на Бенгале в Девананда Гудимадхи объяснял эти слова. И вот те, кто несут, держат флаг Дхармы, флаг проповеди, обманщики они или проповедники, то будет видно в дальнейшем, но те, кто держат, несут флаг проповеди, флаг Дхармы, но сами занимаются недостойной деятельностью, и вот их поведение такое недостойное, их последователи погрузит в все больше и больше невежества. И вот те, кто следует таким людям, несущим флаг Дхармы и проповеди, а сами живут очень недостойной жизнью, то эти обманутые последователи не будут все невежественнее и невежественнее. То, что говорит, как действует ачарья, это все идеально. Если мы не можем соблюдать такого идеализма, то такой человек не может говорить харикатху. Харикатха — это не то, что можно запомнить и повторить перед публиком. Харикатха — это то, что является сердцем. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто дхарма даджи, те, кто несут флаг дхармы, и если их ачаран очень, их если себя недостойно ведут, то и своих последователей они погружают в большее и большее невежество. И можно вспомнить, я говорил в Шантипуре, первую шлоку я хочу произнести. И вот люди, заявляющие, что у них нет зависти, хотя нужно наблюдать, что 10 минут назад эта зависть не была еще. И вот здесь поэтому не просто нирмацар, используется еще нечто для усиления качества отсутствия этой зависти. Но можно наблюдать в материальном мире какие-то люди достойные, у них нет зависти. Но опять же, это не значит, что они вайшнавы, если у них просто нет зависти. И здесь говорится, что абсолютное отсутствие всякой зависти. Это слово «абсолют» может использоваться только тогда, когда мы следуем Бхагавад-дхарме. И этому термину нельзя где-то везде следовать, только вот там. И поэтому те, кто следует Бхагавад-дхарме, естественно, можно видеть, что их сердца лишены всякой зависти. А если мы видим зависть у тех, кто заявляет, что не следует Бхагавад-дхарме, то это
признак чего-то плохого. И вот люди могут одурачить всех, но они не могут одурачить Шрилу Прабхупаду, даже если малейшее служение, которое делаю всем сердцем, то Шрила Прабхупада может понять, что есть что, как в случае с... Вот, можно вспомнить Рамачандру, как там Белочка, она помогала. Когда строили мост, эта Белочка пыталась всячески помогать. Хануман засмеялся, что толку от тебя. Рамачандра сказал, смотри, с каким чувством она хочет помочь на маленькое, но делает в соответствии со своими способностями. Она окуналась в океан, в океане, потом каталась в пыли, в песке. Этот песок прилипал на ее шерсть, и она шла назад, и так опять это все стряхивало в океан, и, ну, на мост, и вот таким образом помогала в строительстве этого моста. Хотя вклад ее мал, но как, с каким чувством она это все делала. И также наша процедура баджана может быть разделена на две части. Первое – это наши действия, а второе – это наша бхава. То, с каким чувством мы это делаем, конечно, в соответствии с бхавой, с нашим чувством мы совершаем какие-то действия. И вот мы две вещи должны помнить. Первое – наши действия. Второе – наша бхава. Если наша бхава отсутствует, то наши действия, они подобны действиям материальных кармы. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, те, кто не следует парампаре, Бхагават-парампаре, Сампрадая-парампара, их проповедь подобна карме. И вот те, кто Анугати-хин, не имеют Анугати, их проповедь подобна карме, как кто-то работает в офисе, чтобы какие-то деньги заработать, это не проповедь. И вот я хочу обсудить нечто важное. И это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати из-за смирения, большого смирения, Шрила Прабхупад никогда не подписывал своим именем, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он подписывался Сиддханта Сарасвати. Слово «бхакти» даже не использовал, чтобы показать нам своим примером. Такой, из-за смирения он такого. Даже «бхакти» Сиддханта не писал. Просто Сиддханта Сарасвати. И вот здесь нечто важное можно вспомнить. Ну, всегда, везде. Когда мы открываем Махабхарату, Рамаяну, то, что написал Вьясадева, Пураны, Бхагаватам, мы можем найти такие слова. И вот это здесь такое Мангалачарана приводится в Ясаду Госвами перед тем, как что-то написать. Он всегда пишет такие слова Мангалачарана, призвание благодати, так или нет. И вот здесь Сарасвати, значит, Ясаду Госвами имел в виду, что не поклоняясь Сарасвати, мы не можем начать какую-то вани-сева, это невозможно. И поэтому Сарасвати Деви – это изначальный источник всего Сиддханты. И в Чайтанья Бхагавате то же самое везде, даже в мантре Нарасимха Дева.
И что это значит? И вот Вагиша, значит Вагиша, Иша, Иша. Это Иша is, you know, feminine. Баг Иша is the Адиштати Деви. И вот это значит Адиштати Деви, Ваг Деви трансцендентного. Здесь описывается, как Нарисимхадев, что на языке Нарисимхадеви Сарасвати находится на груди Лакшми. И вот перед тем, как начать какую-то ванисеву, вначале мы должны поклоняться Адиштата Деви Ване. Это правило, такова система. Вся наша Гурвага следует этому, вся Харикатха так происходит. И вот суть в том, 15 дней назад буквально была Сарасвати Пуджа. Я говорил Харикатху, и что там, и что это значит, что значило это Сарасвати Пуджа. Это Вишну Приадеви, а Пракрита Сарасвати, и в то же самое время материальные люди, они поклоняются Сарасвати, но их Сарасвати, это тень, это Вайкунтха Сарасвати. Как Дурга, она тень в той внутренней энергии. И таким образом, все знания, которые у нас есть, все, кто знает, во всем этом материальном мире, это знание, оно исходит из этой материальной тени Сарасвати. Слабое. Почему слабое? Потому что любое материальное образование, которое мы получим, оно станет преградой на пути вашего духовного прогресса. Обычно это так бывает, не всегда, но часто. И вот Шрила Бхактина такого пишет. И вот можно запомнить эти слова. Джаравидья, все материальное образование, это проявление Джарамайи. Это подобно преграде на пути нашего баджана. В этом материальном люди пытаются получить то или иное какое-то материальное образование, но оно делает этих людей ослами. Шрила Бхактина такого пишет и описывает в своих киртанах. Подобно тому, как ослы хотят побольше нагрузить себе на спину. Ну и в материальном мире то, чем больше человека нагружен всякими материальными степенями, тем больше гордости у него. И вот мое первое, то, что 15 дней назад была Сарасвати Пуджа, и это было то была темная луна,
Ну, сейчас темная луна, до того полнолуние было светлая луна. И вот эти панчами можно считать в периоде темной луны. А то панчами, которое было 15 дней назад, как вот это, период Пурнимы. И в чем особенность? Глупые люди не могут понять. Те, кто глупцы в форме преданных, они недостаточно разумны. Мы должны помнить, что у нас особые, в период темной луны у нас особые привилегии. Почему? Да, Гауди, это вот период убывающей луны более благоприятен, потому что этот период благоприятен для Кришна Севы, Радхарани Севы. Радхарани может безопасно идти искать Кришну. И поэтому мы находимся под руководством Радхарани, поэтому мы придаем большее значение. И это панчами значит, что Шрила Прабхупад, он приходит из Радхарани. Она энергия Кришны. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел показать это. И вот на Бенгале вот эти прекрасные слова Шрила Бхактивинода Тхакура. Он много написал. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура ясно сказал, что Сарасвати Кришна при, что Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати, он на Инамоне Манджаре не зашел с, от Шримати Радхарани. И вот Шрила, может, может, Шрила Прабхупад не писал, что он Бхакти Сиддханта Сарасвати, но Бхактивинода Тхакур он дал такой намек, что он полностью состоит из Кришна Бхакти. И Винод Бхакти Сиддханта Сарасвати. Это. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. И вот этот термин можно объяснить двумя способами. Кто-то из нашей гурваги, как Шрила Кеша Госвами, как раз говорит, Винод, значит, Бхакти Винод Тхакур. Винод из меня. Это проявляется. Он никогда не называл его сыном Шрила Бхакти Винода Тхакура, Шрила Прабхупады. И наоборот также. И здесь также можно с другой стороны понять, что Винод значит Говинда, как Радха, Винод Бихари, Рада Винод Ананда. И вот можно и так понять. Это как два значения разных, но правильные оба. Если еще, и вот Бимала Деви Чит Шакти. И вот он явился, Шрила Прабхупад явился как проявление энергии Бимала Деви, Бимала Прасад. Его звали даже. И также в Падма Пуране говорится давно. Это описано в Падма Пуране, что там описывается. И вот там говорится то, что в Кали-югу Пурушоттам Кшетра Уткал Ариса. Там чистая преданность, она распространится по всему миру, оттуда в Падма Пуране описывается это. Тысячи лет назад уже было предсказано. Вот Кали Пурушоттама, будьте уверены, что в Кали-югу
Пуршотам Дами в Джаганнат Кшатри. Юдкале Пуршотама. Из Пуршотам Кшатри вся чистая преданность, она распространится везде. И вот ну, вокруг сколько осквернений, я думаю, кто будет служить, где найти искренних душ. И вот с помощью милости Бимала Деви, Бимала Прасад Сарасвати явился, чтобы спасти нас из этого материального мира. Сила Прабхупад видел, что мало кто готов принять это учение. И мало кто может понять его чувство, его боль. Я не знаю, поймете ли вы в этой жизни то чувство боли в сердце чистых вайшнавов. Они пытаются помочь нам, спасти нас, но мы не готовы. Шрила Прабхупада иногда говорит, что он пытался помочь кому-то, но мало кто готов принять эту помощь. Например, кто-то тонет. Если вы готовы быть спасенными, можно вас спасти. Если вы категорически против, то что делать? И Шрила Прабхупада много раз говорил, мы, гаудии, должны быть готовы. Делать все для освобождения, для того, чтобы помочь спасти этих обычных обусловленных душ. Но мало кто готов принять такую помощь. Люди часто оскорбляются, обижаются, если пытаться им помочь. И вот, надеюсь, у нас смирение или нет. И что мы можем сделать? Вот как проверить, если у Махараджа смирения нет, можно подойти, ударить его тапком, и Махарадж не будет оскорбленный, не почувствует ничего плохого, но если кто-то будет говорить плохо о ерунду какую-то о Шриле Прабхупаде и Гауди Матхе, о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, то я буду в ярости. И вот таким образом мы должны понять настроение Шрилы Бхактисиддханте Сарасвати. Не поймем настроение Шрилы Прабхупады, многие обвиняют его, не поняв, что он хотел сказать в своих великолепных статьях, великолепном наследии. И такого идеализма можем ожидать только от Радхарани и ни от кого еще. И вот мы должны помнить, что Шрила Прабхупад, он пришел. Я уже говорил, кто Шрила Бхактивинода Тхакур говорил. И вот эти слова Сарасвати Кришна Прия. Сарасвати значит это Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати, Сарасвати Кришна Прия. Кришна Бхакти Тархия. Она полна бхакти. Но сам никогда не писал, что он Бхактисиддханта Сарасвати, а просто писал Сиддханта Сарасвати из измерения. Даже в нашей собственной сампрадае, что говорить о каких-то сахаджиях. Можно наблюдать, что у нас такие двойные сахаджи. Шрила Гурупад Падма говорил сейчас, мы не можем сказать сахаджиям, что они сахаджи, поскольку можно наблюдать, к сожалению, в нашей сампрадае, что многие отклонились от пути Гурудева, от пути
Шрилы Прабхупады стали ничем не лучше Сахаджи. Но это не вопрос спора, это вопрос выживания. Как мы можем выжить? Если мы, наше подлинное «я» не сможет выжить в этой жизни, то мы отклонимся в какой-то сахаджийский путь. То, что с нами произойдет в дальнейшем. Вот. Те, кто говорят какие-то бесполезные вещи, какую-то ерунду, и те, кто слушает этих ложных проповедников, ложных гуру, они все как последователи, так и эти ложные проповедники, они попадут в ад, и никто не сможет защитить их. И таким людям лучше просто жить в этом мире, не пытаясь обмануть людей под видом Харибаджана. В этом случае, по крайней мере, в лучшем положении они окажутся, если будут просто жить обычной жизнью, не притворяясь, что они делают какой-то Харибаджан. Какие-то люди думают, что Шрила Прабхупад не любил Рупануга или Рагануга Баджан. Много людей обвиняют его, что Шрила Прабхупад не находится в преемственности Рупы Санатана. И вот такие люди смеют заявлять, что Шрила Прабхупад не находится в преемственности Рупы Санатаны. Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что это наша главная цель. Как мы можем говорить, что это не наша цель? Нет, это наша главная цель. Мы должны помнить, но не в таком состоянии, полном анардх, в начале всего. Я хочу показать, мы должны доказать перед Шрилой Прабхупадой то, что мы избавились от майи. Могу ли я доказать? Шрила Прабхупад хочет видеть, что мы избавились из-под влияния майи сначала. Это мы должны показать Шри Прабхупаде. Потом какой-то вопрос с Рупануга или Рагануга Баджана может начаться. Сначала мы должны выйти из-под влияния майи. Если Гуру Вайшнавы пытаются помочь нам, но то многие категорически против, считают, что у них все хорошо и не хотят пытаться даже избавиться от влияния майи, в то же самое время заявляют, что пытаются какой-то хайбаджан совершать с их слов. Шрила Прабхупад уже сказал, но кто читает эту поэму? В этой поэме Вайшнаваке, кто Вайшнав, Шрила Прабхупад пишет. Мы слепые, не можем видеть. Кто-то вот читает эту Панаманта Гурадеву о Магьянатьяма Досья, но если посмотреть, где найти такого гуру, который может дать нам божественное знание. Немногие даже не понимают, чтобы обрести божественное знание, нужно найти того, кто его умеет и кто его имеет. А обычные гуру, у них даже чувство здравого смысла нету, канда гьяны, не то что чего-то духовного.
Можно привести аналогию, что кто-то сведущ в каких-то финансовых делах, кто-то юридически, кто-то еще в каких-то. Если мы хотим научиться чему-то, мы должны идти к соответствующему учителю. Ну, также здравый смысл везде должен быть, а можно наблюдать у многих, заявляющих о себе как о гуру, даже здравого смысла кандагьяна нету. Не то, что чего-то духовного. И вот... Некоторые даже не видят, что и гуру находится, ну, не имеет никакой связи со своим гуру. Говорит вещи прямо противоположные того, тому, кого он называет своим гуру. И вот Шрила Прабхупад пишет такие слова вот на Бенгале. То, что написал Шрила Прабхупад, мало кто готов даже читать это, не то, что принять. И вот Шрила Прабхупад в Вайшнаваке пишет. Он описывает свои глубокие чувства. И вот Шрила Прабхупад говорит, я не знаю, кто дает мне вдохновение. Кто дает мне вдохновение прославлять действия и деяния гопи, их чувство служения. Шрила Прабхупад говорит, и это... И вот сейчас люди очень слепы, они глупы, не могут даже слушать об этом. Хотя в киртанах можно видеть, уже есть все, но они растеряны. И говорят о какой-то неправильной седанте. Хотя вот перед ними в киртанах все это описывается, и в тот день я сказал. И вот Наротам Тхакура пишется вот такие слова. Когда я же смогу очистить свое сердце, чтобы все Нартхи ушли, чтобы по милости Нитянанды я обрел возможность достичь Вриндавана. Здесь Араса Лили даже речи не идет, просто говорится, чтобы иметь возможность увидеть Вриндаван, хотя Наротам Тхакура, он уже получил дикшу во Вриндаване. А почему в этом киртане он говорит, молится о возможности хотя бы увидеть Вриндаван, имеется в виду этими материальными глазами, материальным умом мы не можем понять Вриндаван. Как это возможно, будучи полным анартха, говорить о каких-то расе лилах? Это здравый смысл, даже пятилетние дети это понимают. Это простая логика. И вот Шрила Прабхупад был очень строг, снова и снова говоря об этом, поскольку это обязанность подлинного ачарьи, чтобы защитить сиданту и наше учение. И вот моя обязанность пытаться помочь вам, пытаться защитить вас. И вот сейчас вся ситуация насколько запутана. Один говорит одно, другое, второе, третье.
кому же следовать, как следовать. И вот кому же следовать? Некоторые люди находятся в замешательстве и принимают каких-то ложных гуру, у которых много последователей, много денег, всякого внешнего блеска, а внутреннюю пустоту они не видят. Я считаю себя собакой моей Гуруварги, и поэтому гавкать на всех — это моя природа, и вот я гавкаю, чтобы защитить интерес Гуруварги. Чтобы интерес, защитить интерес Гуруварги, я подобно собаке готов гавкать и лаять, и чтобы защитить интересы Гуруварги, я готов лаять на тех, кто пытается их как-то оспорить. И вот что делать, что делать, кому следовать, кому нет. Вся Сиддханта там, Бхагаван очень умен, что Бхагаван, он вот он оставил нам абсолютную истину и какую-то смешанную правду с чем-то, какой-то, если кто-то скажет, что сейчас ни одного вайшнава в мире не осталось, кто-то, конечно, может сказать, что никаких вайшнавов нет, но что это значит? Значит, нет анагати, и люди думают, что могут заниматься всем, чем угодно, раз вайшнавов не осталось, то еще делать. И кому же следовать. Но когда мы говорим так, мы можем быть наказаны. Нитьянанда, поскольку мы говорим, что Нитьянанда Баларам настолько слабы, что не могут оставить ни одного вайшнава в этом мире. У Джаганнатха нет ни рук, ни ног. И как он может послать какого-то гуру в этот мир? И это майвадский образ мыслей таких людей. Хотя внешне не могут и тилаки носить, и канхималы, и все остальное. Внешне выглядит как вайшнавы, но если послушать то, что они говорят, это все выдает то, что они майявади и такие оборотни. Если они обвиняют Баларама в том, чтобы тот не может оставить даже одного вайшнава, чтобы спасти нас. Ну, какой мотив этих людей? И вот такие люди говорят, что вайшнавов не стало, все ушли. Сила Бхактима такого говорит, что чистые вайшнавы, они всегда есть в этом творении, но мы не можем найти. Вот Сила Бхактима такого говорит, это обязанность Бхагавана, чтобы вайшнавы, чистые вайшнавы находились в этом мире, чтобы дать искренним душам возможность следовать в правильном направлении. Обусловленные души, ну и остальные все тоже у них есть. Это 100% зависимость, свобода. Они, ну, как куда хотят, то и дойдут, что хотят, то и делают. Но Шрила Прабхупада говорил, что те, кто не полностью предались лотосным стопам Гуранги Махапрабху, они не могут говорить об этой абсолютной истине. Они какую-то драму проповеди создают, а что-то сказать об абсолютной истине, у них не хватает смелости. И очень чувствительная такая ситуация. Шрила Прабхупада хотел защитить всю Сиддханту Гауди Сампрадая. Даже я сказал в предыдущий год, я помню,
сейчас, перед тем, как отправить возвышенных душ Гаудиматха на запад, Шрила Прабхупад говорил Харикатху, и он просил им: «О, друзья, вы едете на запад». Они, эти люди, гордятся своей наукой, своим образом жизни, уровнем жизни. Может, они будут игнорировать вас, оскорблять или, наоборот, выражать всяческое почтение вам. Но не бойтесь ничего этого. Это внешнее богатство, внешняя красота. Это не должно осквернять ваше сердце, поскольку вы слуги Гуру Падмы. Мы не должны забывать этого. В тот момент, когда вы забудете, что вы слуги Гуру Падмы, то это ваш день вашей духовной смерти. Может, вы будете что-то делать, но в тот день, когда вы забудете, что вы слуги Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, и обязанность слуги — это действовать в интересах своего господина. И вот он говорил такие слова, что иногда вас могут как-то презирать или, наоборот, очень уважать. Но ничто не должно осквернять ваше... здравомыслие. Вы не должны придавать значение этому. Вы должны быть беспристрастны и не должны отклоняться от пути Шрилы Прабхупады. Иначе мы будем наказаны так, что не сможем оправиться. Но, к сожалению, сейчас можно видеть, некоторые пытаются злоупотреблять благой волей и репутации Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати. Мало кто может прикоснуться к Шалаграму или к какому-то божеству и поклясться, что ему нужно только Бхакти и Бхагавана, и ничто иного, поскольку можно видеть по действиям многих, что люди не стремятся к обретению Бхагавана. И вот одному человеку сказал, что ты действуешь как ачарья, но я смотрю на твое лицо. Как на твое поведение, я вот сказал ему прямо в лицо, что кот. Если он специалист в ловле мышей, видно, что какие-то... коты какие-то, видно, что они мыши могут ловить, и также поэтому человеку было ясно видно, что никакого не ачарья и ничего подобного в своей жизни не может делать, не может представить Шрилу Прабхупаду, Гурудева, должным образом. И вот очень редко это. Когда Шриле Прабхупаде было всего 5 лет, 6, 7, 8, в таком возрасте, в детском возрасте, я могу показать, насколько могущественным он был. Я написал книгу на Бенгале Чатудар, Бимала Прасад, его учение для студентов. Я тоже студент. И вот когда Шрила Прабхупад был также в детском возрасте, он протестовал. Один какой-то учитель учил его важности грамматики, что то за 3 дня тут все выучил, не может быть такого. Дал совет ему и Бимала Прасаду, но он сказал, что моя жизнь не для того, чтобы учить грамматику, моя жизнь посвящена Бхагавану.
с завтрашнего дня. В общем, я сказал, что с завтрашнего дня прекращаю учить грамматику. Не верите, что за три дня выучил, ваши проблемы. Или вот в Калькутском университете, там был колледж какой-то, президентский колледж назывался. И вот там Нетаджи Субхаш Чандра Бос, он какой-то пост занимал президентом Индии, собирался стать, но что-то выбили его с этой предвыборной гонки, и вот он пошел к Шри Прабхупаде, сказал, что у вас так много молодых людей, брамачари, если вот они отдадите их мне, чтобы они стали борцами за свободу, ну хорошо это будет. А Шрила Прабхупад ответил, смотрите, я тоже борюсь за свободу, но наша разница в том, что вы понимаете, что ваше понимание свободы, оно временное, а мое вечное. Я не понимаю, сейчас я вам объясню. Например, вы родитесь в Англии и будете бороться с Индией. Шрила Прабхупада сказал, сейчас вы боитесь против английского правительства. Вы как бы считаете себя индусом, у вас есть любовь к родине, к Индии. Но если вы родитесь в Англии, то против Англии бороться вы вряд ли будете. Поэтому это все временно. А я пытаюсь освободить их. Все они подобны больным. В больнице нужно сначала их вылечить. Как я могу их вам отдать? И в этом вечер Сиддханта Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот своему учителю он тогда сказал, что вот завтра не буду вас учиться. Моя жизнь посвящена Кришна Севе. Ну, что-то выучил, что нужно было, можно было использовать в Кришна Севе. Достаточно с самого детства Шрила Прабхупада. Если видел, что что-то неправильно, он протестовал против этого. Даже один Сахаджия Гуру хотел поместить свои ноги на голову Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал то, что думаешь ли ты, что у тебя есть качество, чтобы поместить свои ноги на голову Шрилы Бхактивинода Тхакура, как ты смеешь. Этот человек был ачарьей каких-то сахаджийских гуру, он был каким-то гуром сахаджиев и был ашрашен такой с милостью 7-летнего мальчика. Тот сказал, знаешь ли ты, кто такой Бхакти Шрила Бхактивинода Тхакура? Тот был, ему ничего было ответить, хотя сам Шрила Бхактивинода Тхакура никогда не называл Бхакти Сиддханта Сарасвати своим сыном, а Шрила Прабхупада ни разу в жизни никогда не называл Шрила Бхактивинода Тхакура своим отцом. Нет ни единого свидетельства, ни единого документа, ни единого доказательства этого. Это его пример нам. Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура, он вечный спутник Верховного Господа. И вот Шрила Прабхупада говорит, когда бы я не смотрел на лотосные стопы Шрила Бхактивинода Тхакура, и вот он говорит, и здесь я не говорю ни о какой философии, это все снисходит свыше. Это не что-то произведено на фабрике ума. И вот Шрила Прабхупад говорил, когда бы я не смотрел на лотосные стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура, я мог видеть красоту Радхарани, красоту Вришабхану Нандини. И люди, что не видели отца его, Бабу. На Бенгале Баба, отец, значит, и вот Радха. Радха, значит, ну вот так на Бенгале пишется.
И вот, ну, в общем, на Бенгале Радха и Баба пишется очень похоже. Если там две черточки убрать, то вместо Радха Баба получится. Ну, вместо Ра получится Ба, а вместо Да, там тоже за корючку убрать, то Баба получится. Вот и так вот Радха становится Бабой. И также там можно прочесть как Бадха, как препятствие. Когда мы не способны видеть Радху, то это препятствие Бадха. А, то есть смысл в том, что если слово «радха» убрать одну черточку, получится «бадха» – препятствие. Потом еще за корючку убрать, получится «баба». И вот таким образом, когда мы видим, у нас есть Радха Даршан, то внутри, то видение вот, Бхактивинода Тхакура как отца – это препятствие на тому, чтобы видеть его как представителя Радхарани. И вот он, вечный Ачарья, он хотел не исполнять наставления своего Гурудева Шрилы Бхактивинода Тхакура и Гуру Чодас Бабаджи Махараджа в идеале, идеально, без всяких отклонений. Какие-то глупые люди могут сказать, что мы никогда не видели, что Шрила Прабхупад готовил для Гуру Кешодас Бабаджи Махараджа. И никогда не видели, чтобы он мыл посуду или стирал одежду Гуру Кешодас Бабы. И вот такие. И с точки зрения таких людей это слово называется. Эти глупые люди, они падшие души, если они обнаруживают, что наши Гурвага из-за каких-то споров и борьбы, они ушли из Чайтанья Матха и обвиняют их в этом, а сами думают, что Чайтанья Матха какой-то, ну какая-то забегаловка, где все находятся как в какой-то ночлежке. Но Чайтанья Матха – это не ночлежка. И когда Шрила Кешава Госвами Махарадж ушел из Чайтанья Матха, эти люди начали обвинять его, что он вот ушел из Чайтанья Матха, ну, как падший совсем там и прочее, прочее. Но такие люди думают, что Чайтанья Матха – это конструкция из кирпичей, и цемента и песка. Но они забывают о духовной сути Шри Чайтанья Матха. Если кто-то физически ушел, а кто-то физически остался, это не значит, что те ушли, а те остались. Часто бывает наоборот. И вот если мы игнорируем Сиддханту Шрилы Прабхупады, то толку празднования Вьясапуджи нет, если мы внешне совершаем Вьясапуджи ему, а отвергли все его учение, то что толку? Лучше не врать и сказать, что мы отвергли учение Шрилы Прабхупады. Это, по крайней мере, будет честно. А если вы следуете, то покажите, где конкретно вы следуете, то незаметно. И вот, ну, по крайней мере, мы должны пытаться. И таким образом, с самого начала его Ачарья твоего идеализма, он являл такую великолепную, уникальную лилу Шрилы Прабхупады, его
идеализм. Махарадж говорил Харикатху где-то 72 лекции где-то на эту тему, кто такой Шрила Прабхупад, насколько удачливы мы, что мы обрели Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, но мы настолько глупы, что мы потеряли все из-за какой-то дешевой славы, дешевой братишки. Вот, и мы были в Девананда Гаудимадхи недавно. Я сначала зашел в комнату Брамачари, они мне рассказали, что ради дешевой славы какой-то гирлянды 10 рупий пранами много народу идут каким-то сахаджим, чтобы там 10 рупий пожертвования получить. Это как смешно выглядит. И плачевно также. Настолько люди дешево, как сказать, себя оценивают и стремятся к такой дешевой славе. Можно видеть, какие-то люди готовы продать все наше учение, чтобы готовы продать Гаудимадхи ради какой-то дешевой славы, славы, готовы продать сампрадаю ради какого-то уважения мизерного от каких-то сахаджи. Но это практическое стремление к славе. Оно подобно испражнениям свиньи. И вот, к сожалению, можно видеть в жизни многих ачарьи, что они готовы продать все ради дешевой славы. Шрила Прабхупад никогда не простит их. Нитянанда Прабху никогда не простит их. Они представляют какую-то такую искаженную Сиддханту. И вот, если мы будем поклоняться Шриле Прабхупаде, вначале всего мы должны следовать, что мы примем всю Сиддханту Шрила Бхактисиддханту Сарасвати. Если нет, то если такой ачарья не может принять учение Шрилы Прабхупады, то все его писанина и прочая проповедь, она бесполезна. Каплю милости, если мы обретем от Шрилы Прабхупады, она наполнит все наше сердце. Кришнадас Кавидас Госвами пишет, наша капля Гуру Крипы, она наполнит весь мир, затопит буквально весь мир. И вот они пришли с духовного мира, чтобы помочь нам, а мы, как шакалы, пытаемся обмануть их. Но мы не знаем, что если мы если будем пытаться обмануть их, то ничего не получится. Мы будем сами одурачены. Поэтому Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж написал такие строки: «Гати ванчита ванча качинте падам». Это става. Почему я говорю, что это олицетворение Шрилы Прабхупады, это его вани сварупа. Но некоторые даже не поют никогда в своих обществах из-за того, что Набью написал такой великий вайшнав, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. И это их положение плачевное. Поскольку думаю, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, падшая душа, они такие знаменитые ачарьи, поэтому они поют такие великие киртаны, написанные им. И первое – качество преданных не ачарья, а качество хотя бы как у каких-то обычных преданных, не иметь зависти. У них даже этого нету, а как они могут называться ачарьями, если даже простого отсутствия зависти нету, а что-то просто от основы всего. И о чем еще можно с ними говорить?
И вот Шрила Прабхупад не готовил для Гуру Кишора Бабы и не стирал одежду. Вот такие многие люди думают, что это Гуру Сева. У них нет представления, что такое Гуру Сева, что такое Лагу Сева. Есть два вида служения. Это Гуру Сева и Лагу Сева. Гуру Сева – нечто значимое, тяжелое. А Пракрита Сева, а Лагу Сева, Майя Сева. Есть два пути, открытые перед нами. И это зависит от нас, что принять такую значимую Севу или незначительную. Есть Майя Сева или Лагу Сева. А второе – это Гуру Сева, нечто значимое, тяжелое. Кто-то думает, ну, конечно, какое-то служение физическому телу Гурдева тоже. Служение. Но, к сожалению, можно видеть, некоторые служат так, чтобы прославиться, потом всю оставшуюся жизнь рассказывают другим, какими великими севаками они были. И люди думают, что это был главный севак Гурудева, но сам Гурудев отверг его. Знает, что это какой-то торговец, а не какой-то севак. Как Шрила Прахлад Махарадж сказал Нарисимхадеву о Прабху. О Прабху, если слуга что-то просит у господина, это не, нельзя сказать, что это чистое служение, он служит за какую-то... за какую-то зарплату, за какой-то корыстный мотив. То есть нельзя такое служение назвать чистым. Если кто-то служит Гуру ради какой-то цели, это ради какой-то корысти, это обычный торговец, а не севак. И даже нужно видеть, что таких гурудев отверг их. И люди все равно думают по-другому, как вот Бхарати Махарадж. Почему я говорю о Бхарати Махарадже? И вот какие-то глупые люди пожаловались на действия Бхарати Махараджа. И Бхарати Махарадж дал такой ответ, что им совершенно нечего было ответить. И вот такой прекрасный аргумент он привел один за одним. И вот Гуру Вайшнава настолько могущественный перед тем, как что-то сказать, хотя бы одно слово, мы должны быть очень осторожны, какие последствия могут быть. И вот в этом такое... В общем, такая ситуация, что все пытаются напасть на чистого Гуру Вайшнава, пытаться их как-то опровергнуть. Как Камса пытался как-то помешать Кришне всячески. В общем, решил даже убить Кришну, что толку от Кришны нету. И также некоторые думают, что не должно быть никаких Гуру Вайшнава, чтобы обнаруживать и видеть наши неправильные действия. И вот Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы. Шрила Прабхупад говорил, под именем проповеди, под именем Гуру Вайшнава Севы, те, кто собирают деньги, какую-то дешевую славу, чтобы наслаждаться своей жизнью, такой жизнью. И вот я прошу милости Верховного Господа, чтобы таких людей не видеть всю свою жизнь. И я тоже молюсь об этом, чтобы Бхагаван не организовал таких ситуаций, чтобы я их видел в своей жизни. Я не хочу видеть их лиц. Как Мадхавендра Пури, он сказал Рамачандра Пури,
уходи отсюда. Если вижу твое лицо, я не смогу совершать должный баджан. Мадхавендра Парипад сказал своему глупому ученику Майаваде: уходи прочь. Если вижу твое лицо, то я не смогу оставить тело должным образом даже. В Чайтане Чайтамрите говорится. Но кто следует этому? Вот. Какие-то люди могут принести какие-то гирлянды, но является ли это Гуру Севая в Ясапудже предложить наш ум чистый, неоскверненный материей ум стопам Гурудева? Это есть в Ясапудже на санскрите. И этот суман — это одно из имен, цветок такой. Синоним слова «ум» так же, как вот солнце можно назвать десятком разных слов, а то и больше. Сурья можно сказать, или и прочее, прочее. И цветок можно цветком назвать, фулом. Но мы не знаем, есть еще пушпа. Асуман значит чистый ум. Во Вриндаване есть Сумана Сарова, Кусум Сарова. И что это значит? Кусум Сарова значит Суман Сарова. И вот во Вриндаване на Парикрама Марге можно найти этот Сарова. И царь Бхаратпура построил его. Кусум значит пушпа. И вот одно из имен этого цветка — это суман. Наш ум, чистый ум, свободный от всякого осквернения. И когда этот ум мы предлагаем лотосным стопам, Гурупадпадма — это подлинная Пушпанджали. Конечно, у нас есть деньги, но и купить какую-то гирлянду — это не столь важно, как предложить свой чистый ум их лотосным стопам. Я хотел сказать много вещей, но времени мало. Мы хотим обрести подлинную милость от Шрилы Прабхупады. Мы не хотим быть лицемерными преданными.